В 14-м автобусе за 8 тысяч кипов на человека мы доехали вот до Будда-парка. Вот такой Будда-парк. Еще чуть-чуть на ремонте. Вон там билетики пойдем купим. Мы не пойдем прямо к речке, пойдем? Вот там можно к речке дойти. Такой вот почему-то потрескавшийся фундамент, хотя дожди были вчера, вот мы промокли. Да? Вон, смотрите, можно полезть на эту пирамиду, если не боитесь высоты. Вон как девчонки. Большие тети, большие дяди. Скульптуры все сделаны, как будто они древние, как будто их прям где-то раскопали. Их специально не красят, они от времени полу как, не то что гниют, но так, чтобы было интересней. Вот тут вот люди вместе с крокодилами, это, видать, может, их жертву приносили. Вот. Изображение такое. Это какой-то полускорпион, полукраб. Жук какой-то. Жук. Вот часы его работы, вот такой вот билетик для иностранцев по 15 тысяч вход, подорожал, написано было, что где-то 4-5, но это может быть для местных. Чистый туалет вот с такими интересными разновидностями унитазов на лаосский, на европейский манер. Здесь даже можно вот водички попить бесплатненько. Ой, какое чудовище. Наверное, гигант такие, правда, были. Вон девушку какую-то держит. Парк, конечно, бесподобный. Это как галерея. С выходом на реку. Кафешечки, что-то еще строится. Здесь даже можно вот водички попить бесплатненько. Чистый туалет вот с такими интересными разновидностями унитазов на лаосский, на европейский манер. Страшно было болеть. Да.